Воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот», который действует при городском парке культуры и отдыха, вновь вышли в поход. Весенние каникулы они провели на свежем воздухе в Отрадненском районе. Игра «Зорница» стала хорошим уроком начальной военной подготовки. За театром боевых действий, который развернулся в поселке Ильич, наблюдала наш корреспондент Галина Мигунова. Ландшафт поселка Ильич для воспитанников клуба «Патриот» уже давно стал местом для отработки на практике теоретических знаний военного дела. Но прежде чем приступить к выполнению боевых задач, необходимо выполнить первую и основную – обустроить лагерь, развести костер и, конечно же, хорошо перекусить. После – общее построение, задачи командира и их выполнение. Разделившись на несколько отрядов, юные бойцы прочесывали местность, находили диверсантов, штурмовали горы, пробиваясь с контрольной точки. Несколько раз попали в засаду и вышли все, кроме первого взвода. Да. На третий день мы пошли на окна, наделали засады на первый взвод и выиграли. Больше всего мне понравилось штурмовать горы. Это была и физическая подготовка, и увидеть горы. Помимо выполнения боевых задач, мальчишки и девчонки получили большой практический опыт огневой подготовки в стрельбе из различного оружия и из различных положений. Прицеливаться, знаешь как? Да. Огонь. Но главным экзаменом и, пожалуй, самым увлекательным приключением для ребят стала игра в «Зорницу». Здесь они смогли продемонстрировать свои знания и умения. Стремление к победе проявили все – и уже опытные бойцы, те, кто не раз бывал в Ильиче, и те, кто сюда приехал впервые. Я здесь первый раз. Поездка мне очень-очень сильно понравилась. Относительно из-за того, что здесь прекрасная природа, красивые водопады, интересные леса. Даже погода была не очень, но, походя по горам, было приятно увидеть новые интересные места. Домой ребята уезжали с хорошим настроением. За 4 дня, проведенных в поселке, они не только получили практический опыт ведения боя, но и пообщались с местным священником и атаманом Отрадненского района. Последний юных казачат из Кропоткина пригласил в Ильич вновь. Галина Мигунова, РЕН-ТВ, Кропоткин.